Всем привет! Давно мы ничего не строили. Наш крайний проект — это Ford F-150. Самый громкий, самый дорогой, 8 Pride ST, выдвижной тыл. Но сегодня видео не про Ford. Сегодня мы вам, я уже смотрю на эту тачку, расскажем про нашу новую тачку, про наш новый проект. Он уникальный. Про уникальность вы узнаете чуть попозже. Такого еще никогда никто не делал. Встречайте. Мини Купер! Давай сначала на мойку заедем, а то она после автовоза капец какая пыльная. И что мы имеем? Чистый, намытый, красивый Мини Купер 2006 года, 1.6 автомат. И что нам досталось в данной комплектации? Местами потрепанный, где-то косячный кузов. Также провисший потолок, гремящий, где-то сломанный пластик. Но все это ерунда, все это мелочи, потому что мы мегазвук. Мы будем это все дело исправлять. Здесь будет громкий автозвук. Кстати, можете написать в комментариях, какое количество динамиков будет на фронте, сколько будет сабов и какой будет бренд. И также выбран данный автомобиль не случайно. Параметры его 3,5 метра в длину, 2 метра в ширину. Это нам прям очень нужно. Вот именно вот эти маленькие компактные параметры. Можете подумать, вдруг кто-то догадается, для чего нам такой компактный автомобиль. И прежде чем разбирать, дербанить, ставить в него автозвук, нужно все-таки проверить и вообще почувствовать, за что любят Мини Купер. Да, тут, конечно, не мощный мотор, но все-таки хочется ощутить какую-то рулежку, понять, как он вокруг себя шевелится. Так что, с вашего позволения, я немножко покатаюсь. Собственно, это капец. Привет. Все, понимай.